лестница у нас не выбирался подъезд, у нас не было дворника. Перерасчет этих средств предусмотрено собственникам квартиры? Перерасчеты могут производиться только по заявлениям жителей. То есть, если вы считаете, что ваш дом ненадлежащим образом обслуживался, либо содержался, и каким образом вам производить перерасчет, нужно обращаться в управляющую компанию. Это гражданско-правовые отношения. ПАО Т-плюс по решениям судов воспользовались исполнительским листом, арестовали счета управляющей компании ИРЦ. Это долги 2017 года, когда управляющая компания вместе с ресурсником договорились о переходе на прямые расчеты с жителями. Соответственно, долги остались от управляющей компании. Нами было подписано соглашение с ПАО Т-плюс о реструктуризации долга. Соответственно, мы его 2017 года выдерживали. Ну вот, так скажем, в 2021 году та сумма реструктуризации, которую платила управляющая компания, она не устроила, и ПАО Т-плюс потребовали увеличивать в несколько раз эту сумму. Соответственно, она на данный момент нам оказалась непосильной для того, чтобы нормально существовать управляющей компании. Ну, соответственно, ПАО Т-плюс самостоятельно приняли решение об аресте счетов для того, чтобы покрыть долги. Соответственно, управляющая компания при данной ситуации осуществлять свою деятельность полноценно не может, потому что не можем расплачиваться с другими подрядчиками, которые оказывают службу. Помимо этого, ИРЦ является агентом по сбору начислений других управляющих компаний. Ну, соответственно, найти нам какую-то договоренность с ПАО Т-плюс ни нам в лице администрации, ни управляющей компании не удалось. Ну, соответственно, было принято решение именно пойти таким способом. Про ИРЦ слухи давно ходили? Мы особо не верили, поскольку администрация является учредителем компании, что так не должно быть. Но в новостях написали, что, тем не менее, лицензию отозвали. И ситуация непонятная совсем. Ну вот здесь мы-то надеялись, что будут представители управляющих компаний, которые назначат, что как бы уже выбор сразу предложат. Но вот оказалось вот просто организационное, но хотя бы объяснили, что происходит. Вопрос опять же в том, что человек здесь было 15, а домов много, информация-то до многих просто не дошла. Что вообще что-то происходит. Я встретила соседей, они даже не знали, что ИРЦ отозвали лицензию.